Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Опубликованное певцом Димой Биланом в Instagram странное фото вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Диме Билану с двумя головами на снимке вынесли вердикт. Диагноз артисту поставили в телеграм-канале Dark Cosmo. Его авторы отметили, что сделал это профессиональный психолог. Какой великолепный пример амбивалентности. Тут и нарциссическая зацикленность на себе, и невротическая нестабильность бесконечных отражений, и щепотка брутальности в виде оголенного торса и грязных стоп как дань всем стереотипам сразу, цитирует специалист телеграм-канал. В продолжение сегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма, одна голова на плечах хорошо, две еще лучше, написал Дима Билан. Певец добавил, что поспать так и не удалось, поэтому он пошел работать. Напомним, что последние несколько месяцев оказались для Димы Билана непростыми. Артист сломал ногу, ему пришлось перенести операцию и курс реабилитации. Он уже пошел на поправку и недавно даже рискнул сесть на велосипед. Билан признался, что просто рвется в теплую погоду на столичные набережные. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса и политики. Спасибо за просмотр. Oh,